В Мирном стартовала заявочная кампания на участие в ЕГЭ 2017 года. Уже сегодня заявления пишут и выпускники прошлых лет. С этого года они будут сдавать вступительные экзамены досрочно. Более подробно в сюжете из Мирного. Мария Зазовская давно определилась с выбором предметов единого государственного экзамена. Поэтому на заполнение заявления потратила пару минут. Уже в марте для нее начнутся вступительные экзамены. С 27 марта начинаются все экзамены. Я сдаю русский, математику профильную, обществознание и литературу. Если раньше выпускники прошлых лет сдавали ЕГЭ вместе со школьниками, то с этого года они будут сдавать досрочно. Все заявления, поступившие от школьников и выпускников, занесут в общую базу данных. В случае незапланированного переезда за пределы района, молодым людям необходимо заранее написать заявление о переводе. По каким-то причинам, допустим, во время проведения экзамена вдруг уезжает в другой район, то, значит, приходит к нам, пишет заявление о исключении из базы данных. Вместе со всеми документами ее мы отправляем представление на имя председателя Государственной экзаменационной комиссии республиканскую, это министру образования, о том, чтобы ее данные были переведены с нашей базы данных в тот район, куда она переезжает. Экзамены пройдут в три этапа. Вначале сдадут досрочники, выпускники прошлых лет. С 29 мая начнутся тестирование по предметам для выпускников этого года. Дополнительный сентябрьский период, но этот период для сдачи экзаменов в основном для выпускников текущего года. Те, которые по каким-то причинам не смогли сдать, например, обязательные предметы по русскому языку, по математике. Заявление с указанием предметов, по которым выпускник планирует сдавать экзамены, необходимо подать до 1 февраля. Поэтому учащимся и выпускникам стоит поторопиться с выбором. Иванна Филиппова, Артур Голиков, телеканал «Алмазный край».